Всем привет, с вами Твистер, и сегодня я бы хотел вам рассказать о моде, который добавит в игру новый мир. Вот сейчас мы создаем как бы новый мир, да, он дефаультный, да. Ну, это зло один бор, да, билдинг тиран, все идет нормально. Мы очутились, да. Но как бы это не круто. Обычный мир, ну что с него взять? Ну ничего, ну пустыня, ну так и что? Ничего крутого нету. Давайте сейчас мы рекрейтим этот ворлд, назовем его как-нибудь так, не знаю, степ какой-то, ладно. И выберем биосферас. Да, как вы уже поняли, многие, наверное, знают такой мод биосферы. Ну так вот, вот этот мод делает вот так вот. Он создает вам биосферы. Такие вот стеклянные купола, в которых вы можете жить. Они соединены вот такими вот мостиками, это достаточно круто, мобы все остаются, все нормально. И иногда вы можете заметить вот такие вот штуки. Давайте я сделаю немного дистанции побольше. И вот, как видите, там уже изумруд, и это нормально. Да, вот именно, это нормально. Изумруд это круто, там могут встретиться алмазы. Вот здесь вот, господи, иногда подлагивания бывают. Да ладно. Вот, чёрт! Извините, за лаги, просто как-то, не знаю, мод криво работает. Вот внизу там не советую искать руды, когда там фиг что найдёте. У, вот я столько прокопал, даже уголь не нашёл. Ну, думаю, что суть мода вы уловили. Да видите там, вау, что за фигня. Вы, наверное, да, про пик зомби. Вы, наверное, думаете, а что тогда случилось с садом? А я вам отвечу. В аду все осталось то же самое. То есть в аду, ну, не будет никаких биосфер, не будет ничего. Правильно строим, да. В аду будет все то же самое. То есть как бы вы ни старались там, не знаю, что. Этот мод, ну, по-моему, я не помню. Я тогда смотрел некоторые обзоры на 1.2.5. Может быть, там тоже в аду будут биосферы, но я в этом не уверен, честно говоря. Но, как видите, здесь нету биосферы, здесь обычный ад и... обычный ад. Да. Ну что ж, вот суть мода вы уловили. Мод делает такие биосферы, которые крутые. Да, вы плакаться, отлично. Сферы эти очень крутые, ставьте мод, ссылка в описании. А что ж, ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.